Добрый вечер. Что, собственно, здесь будет происходить? Будет происходить игра, посвященная пластинке, переизданию пластинки Наэма, пластинке, которая вышла, уж даже не знаю, но практически 25 лет назад. Не 20, а 25. Ну, 24, если совсем быть точным. Ну, пластинка хорошо издана, красивенькая, да и звук на ней починили. К сожалению, многих музыкантов, которые играли на этой пластинке, уже нет с нами. Например, нет с нами Александра Воронина, флейтиста и клавишника, который играл на Наэме. Нет с нами Николая Патулова, который был вокалистом. Басист, который записывал половину этой пластинки, живет уже очень давно в Сиэтле. Другой басист, который играл на этой пластинке, Юра Сергеев, это человек известен также своими работами в группе «Лунный Пьеро». Я, к сожалению, его потерял, и даже я не знаю, где он находится, какова его судьба. Так что у меня на момент презентации этой пластинки не было басиста, не было вокалиста, не было клавишника и флейтиста, саксофониста. И вокалистка, которая пела основные вещи, ну, песен было немного в альбоме, но 3-4 песни там были. Вот эта вокалистка, она сказала, что она стала совсем другим человеком, и теперь больше в сатанинской рок-музыке участвовать не может. Но это не совсем рок-музыка, к тому же, но так или иначе. Поэтому мы позвали много разных музыкантов, и, разумеется, мы даже и не хотели повторить саму пластинку, но, тем не менее, темы и основные идеи из этой пластинки мы повторить попробуем. Из оригинального состава, который записывал пластинку, здесь будут два человека. Три человека. Это я, это Александр Соколов, который клавишный и рояльный музыкант. И затем, несколько позже, ну, спустя приблизительно половину концерта, к нам присоединится Владимир Давыдов, саксофонист. А бас вместо Владимира Артамонова и Юрия Сергеева будет играть Дмитрий Шумилов, который, возможно, вам известен по, и, скорее всего, известен по группе «Вежливый отказ». Барабаны будет играть Владимир Глушко, он же Бигус, он же Кошмарус, он же Гудус. И вторую гитару будет играть Антон Ефимов. А сейчас мы с Алексеем Борисовым попробуем создать некую фантазию на тему начала этой пластинки, на тему сразу двух вещей. А именно, вещи, которые на пластинке оригинально называются «Направление движения», и вещи, которые называются «Шестоднев». А «Шестоднев» после наших фантазий пропоет Анна Ветлугина, замечательный композитор и певица, которая нас в этой ситуации спасла. Thank you.
Александр сказал.